Вот смотрите, мы же даже не отказываемся выкупить эту землю. Мы же говорим, мы, у нас же есть, соответственно, какое-то право было аренды и так далее. Да? Мы там построили. Мы даже не отказываемся выкупить. Мы понимаем, что мы будем платить за эту землю. Выставьте цену, мы готовы его выкупить, собственность, эту землю. Сейчас уже у нас других вариантов даже нету. Мы их не видим. Но вы говорите, что вот эти строения, что вам проще, я так понимаю, снести. У вас есть решение суда, по этому решению суда вам законно просто снести это все к чертям. Все люди, что вы потратили, хрен с вами, извините за выражение. А потом это все мы заново, чистые земли, продадим вам же. А может быть и не вам. Так получается. Ну продайте заново, сделайте что-нибудь, ну предложение, сделайте свое. Мы же не против, мы же не говорим, что как бы, ну хорошо как бы. Ну, сделайте какое-то либо предложение. Ну, почему ошибка была? Потому что это неправильно. Вот эта позиция совершенно критично устраивает нас. На основании закона можно посчитать зоны рекреации для каких целей созданы. Вы говорите, дело пока на рассмотрении. Я сказала, что мы с вами, то есть с Рашидом, заключались в администрации договор купли-продажи. И я заплатила деньги. Ваш бюджет, законодательный газ. Вы сейчас хотите сказать, вынесут решение суда, если не в нашу пользу, опять вашу. Я зачем тогда вам заплатила? Это все было законно. Вот, вы да, составляли вот договор, который вам, вот продажи. Другой пример. Вот это вы мне объясните. Договор закончен, значит, на основании решения суда. Так же, как вы решили суда, правильно. В пользу там 17 или скольки человек зарегистрировано. И речь дошла о том, что изначально неправильно. Люди тут вложили все свои деньги. Позвали всех быклами, терпилами, и все так и терпят. Мы же не можем так узнать, нас взяли и отдали, что ли? Чисто комнаты. Нет, мы хотим увидеть главу на сегодняшний момент. Вы что, ну? Нет, вы тут этот, гражданскую войну сейчас вы делаете, виноват, понимаете? Вы начало гражданской войны тут делаете. А вы почему вот на стороне стоите? В смысле? Тех, мы кто стоим. Кто вам продал вот это все? Мы не стоим. Вы же слышите. Вы же слышите. Ваша позиция. Почему вот, администрация не вмешалась, когда мы в МФЦ там договора заключали, сделки, да, когда нам почему она завела на это? Свидетельство выдавали. Почему вы молчали? Это же почему вы не блокировали эти сделки? Администрация подписывала. Почему вы сейчас взяли за нас, да, когда мы все свои деньги туда вложили? А? А кто взялся? А нет, а почему администрация и прокуратура? Давайте, мы исполняем решение суда. Все. Ну, а вы всегда прокуратуре? Это сейчас вы исполняете решение суда. Всегда. Да не что всегда. Вы говорите? Мы, наверное, прямо здесь, наверное, только вчера в Чикаго заехали. Исполняет решение суда. Да. Нет, а почему вы тогда закон нарушаете? Да. Вы свою вину, как, вот, как администрация, не как вот лично ваша, а как у администрации. Вы не чувствуете вину администрации? Нету ее, да? Как органа, государственного органа, нету вины администрации. То, что выделялось, то, что там подписывалось, то, что переводилось, то, что не желалось, то, что разрешалась коммуникация. Вины администрации там нет, вы считаете? Прокуратура же написала, что есть. Получается, ну, тогда получается, что у нас работает, нет, тогда получается, то, что мы там строили, то, что мы там строили, вы говорите, что вы считаете нас виноватыми, то мы можем на основании того, что вы считаете, что там есть ваша вина, мы также считаем, вас можем считать виноватыми и можем требовать и будем требовать у вас, у администрации. Требуйте. Я же не возражаю, это ваше право. Нет, почему вы, если администрация допустила ошибку, почему мы должны расследовать все это дело? И сносить свои дома, которых мы... Вот именно с нашим налогом будем возмещаться. Вот вы и разруливаете тогда эту ситуацию в суде. Пусть ваш юрист там выступает. Администрации ничего не надо. То есть как бы администрация наших юристов и прокуратура просто столкнула лбами. Вот такие мысли. Ну, как я понял, он отказывается что-либо понимать. Потому что он никаких личных затрат лично сам не несет, правильно? Как вы? Вы же со своего... Нет, ну, конечно, да. Он говорит, свободно, говорит, есть... можете подавать на бюджет. Он такие интересные вещи говорит. То есть возьмите свой дом, на котором мы, например, брали кредит, да? То есть вы его снесите сами бульдозером, как бы. Ну, как вот это может вот выглядеть? То есть это
ну не знаю, и остаться без ничего и платить потом всю жизнь кредит там, да, но это ему сказать может быть легко. У меня рука не поднимается. Вот я там дом построил, например. Я туда вложил все практически. Всю свою жизнь. То есть у меня взяли вот за то, что я за всю свою жизнь заработал. У меня просто его отобрали и все. И управы на них нету. Так ведь? Вот так все происходит. Меня это вот не устраивает. Я готов идти до конца. Вот такое мое мнение. То есть ваши действия сейчас непредсказуемы. Да, народ доводит... Ну, до непредсказуемых действий. Народ уже на взводе, то есть они ворошат улей. Они просто то ли не понимают, что произойдет. То есть никто просто так вот свою землю не отдаст. Да, тут сами. Же не я один это думаю, это полгорода так думает. Получается, полгорода экстремистов надо посадить или что-то сделать. Может быть, экстремисты вот в этом здании, может, они здесь сидят. Знаете, я просто хочу так, что я заплатил деньги, я получил. Вот я в магазине заплатил за хлеб денежку, я его получил и съел. Так? А тут я заплатил, купил, а съесть не могу. Ну как это так происходит? Ну, сейчас, короче, вот то, что мы говорили, вот, ну, я вот как бы посмотрел, мне кажется, то, что мы сейчас, наша точка зрения никак, он даже как будто против, чтобы мы их получили, у него прямо у него горит, он же говорит, в конце, он же даже признался, что в душе я считаю вас виноватым, не то, что кто это. Так что тут от них даже поддержки, мне кажется, нету смысла держать. Это они прокуратуру вынуждены главе попасть. Да, нужно попасть в главе, и надо идти. Вот пусть комитет управления, который башкирский, как рузинский был. Вот, посмотрим вот это. Да, на следующей неделе мы как бы решим это. Попадем.